Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами снова продолжаем дрессировку этой зверюги. И сейчас идет второй этап. Второй этап — это когда он не только голову туда засовывает, намордник, да, но и удерживает ее, то есть на выдержку немножко. Давайте посмотрим, чему мы тут научились. Медленно идет, конечно, медленно идет, но что делать? Марко? Да? 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 Вот. Сейчас я покажу вам поближе. Пойдемте. Марко? Да? Да? Я, вот, вот кима. Так, и теперь надо научить следующему шагу. То есть, сказать ему малко, и вот тут подержать немножко. Я еще пока не рискую застегивать, да, чтобы не напугать его. Но видите, он уже терпит. И теперь, конечно же, угощение. Конечно же, угощение. Да, и кстати, я еще заметил, что у серьезных ошейников таких, ну знаете, ну, дорогих по 30-40 евро, бывает и по 80. У них вот здесь сделана защита от натирания носа. Я на себе показываю, да? Вот. Поэтому я взял бумажку, старую свою шапку, вырезал вот в такую штуку и буду ее вот сюда как бы показать, сюда приклеивать. Вот так. Вот сюда наклею, чтобы мягенько было моим собакину. Хорошо бы тут заклепочки поставить. Ну, нету заклепочек, придется как-то так, наклею. Ну, в следующий раз уже увидите. Вот так. Может, поеду, куплю каких-нибудь заклепочков. Ну, в общем, вот такие у нас успехи небольшие. Ну, постепенно, мелкими шагами, во всяком случае, он перестал уже бычиться от этой, как бы не воспринимает ее уже так, как первый раз, когда он сразу пытался содрать, и все. То есть я его приучаю к тому, что это, в принципе, дело хорошее, хотя сам в это не верю. Это просто вынужденное дело. Но, с другой стороны, оно ограждает от каких-нибудь неожиданностей, неприятностей на улице, и также способствует тому, что он никакую отраву не ухватит и не съест, хватит ни одного такого Ричарда, вот такого беды не хватит уже. Поэтому я буду продолжать, ну и вас знакомить постепенно с его маленькими шажками, с маленькими успехами. И скоро, я думаю, мы выйдем на улицу, где он уже спокойно будет нести эту заразу на жалко его. Пока.